Телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 12 сентября. Я Олег Шигнанов, буду вашим проводником в мире погоды. Всем здравствуйте. По республике местами небольшие умеренные дожди, в горах мокрый снег. Ветер западный 6-11, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная минус 5, днем 11 тепла, при осадках до плюс 6. По центральным районам ночью плюс 3-8, днем 15 тепла, при осадках до плюс 11. По южным районам ночью плюс 6, по юго-западу до минус 3, днем 15 тепла, при осадках до плюс 11. В городе Улан-Удэ временами небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, максимальная днем до 15 тепла. Атмосферное давление будет слабо падать. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, стал миллиардером в возрасте 25 лет. Билл Гейтс заработал свой первый миллиард в 31 год. Вопрос: когда уборщица тетя Маша с зарплатой в 5000 рублей в месяц заработает свой первый миллиард? Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Помните, что деньги – это зло, поэтому их у нас и нет.